Я тебе говорю, Клод, когда я был в Саус-Бич, телячья вырезка по-леонски была там просто превосходна. Было бы неплохо и нам приготовить что-то подобное. Я должен учиться у кубинцев? Они стали знатоками французской кухни? Я не это хотел сказать. Послушай. Я не собираюсь вмешиваться в твои кулинарные опыты. Я просто внес предложение. Ты самый лучший повар в Молтоне. Хорошо, Питер. Клод, не обижайся. Ты мне нужен. Если кто-то захочет переманить тебя, я убью тебя из ревности. Клод, перестань. Я же пошутил. Ты мой человек. Помни об этом. Ты молодец. Только не уходи от меня. Я еще загляну к тебе. Je vais t'aimer.